кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой. Из пустоты, без твоей красоты, не родится юность вольная птица. Лучше слава тебе! Благодарение тебе, что ты удивительный и чудный, и ты так удивительно и чудно действуешь в наших жизнях, в наших сердцах. Мы благодарением приходим к тебе прямо сейчас, открываем свои сердца, души, разумы для тебя, для единственного тебя, любящего нас. Углубляй нас в своей любви, поднимай нас в своей на высоты радости. Господь мой, славлю Тебя и благодарю Тебя. Совершай Твои действия в нас, как Ты хочешь. Аллилуйя Тебе, хвала Тебе за Твою любовь. Радость перенаполняет, потому что Ты во всем. Ты окружил нас заботой, Ты окружил нас успехом. Ты наполняешь наши жизни обеспечением и охраной, и защитой, и за все тебе слава, за все тебе благодарение. Ты приходишь там, где было болезненно, ты приходишь там, где была тьма, и исцеляешь, и наполняешь нас светом твоим, и тьма убегает из нашей жизни. Спасибо тебе, Отче, спасибо тебе, драгоценный, что ты сейчас хочешь совершать в нас великое, недоступное, и сказал: «Воззовите ко мне». И мы взываем к Тебе, Господь мой, соверши это великое, это недоступное. Сожижди там, где нам казалось мертвое. Сожижди там, где было еще болезненно. Сожижди, Господь мой, реки Твоей, реки воды Твоей живой наполняют и переполняют прямо сейчас нас. Аллилуйя Тебе, хвала Тебе. Все возьми, Господь мой, под свой контроль, чтобы не было никаких помех, не было никаких преград. Аллилуйя. А для Тебя нет преград, Господь мой. Убери эти преграды из нашего мышления, из наших сердец, чтобы, Господь, полнота Твоя, Отче, полнота Твоя, она наполнила нас каждого, переполнила нас каждого, чтобы мы все вошли в Твою полноту и были взяты в Твой божественный удел. И все, что Ты хочешь совершить в нас и через нас, соверши во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Давайте скажем аминь. 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 И включайте микрофоны. Мы помолимся, споем Господу, прославим Его и начнем наше служение именно с хвалы. Аллилуйя, Господь, слава Тебе, слава, слава, слава. Аминь, дорогие, аминь, аминь. Аллилуйя, велик наш Господь, аллилуйя. Ашхен, пророчествуйте, пожалуйста, в самом начале, свежее пророческое слово. Может быть, слово знания будет. Потом оно будет распаковываться в процессе нашего служения. Спасибо тебе, Господь, за слово, которое ты даешь на сегодняшний день для нашей команды. Господь, благодарю тебя. Вы многого достигаете, дети мои, вы многого получаете знаний, вы много получаете откровений, вы много получаете от меня, я вам даю это все, но для вас я, Господь говорит, я для вас приготовил еще больше понимания, еще больше откровений, еще больше углубляйтесь еще больше, идите вперед, потому что там еще больше сокровищ для вас есть. Просто несметные сокровища, которые я для вас приготовил, и вы, ваши сердца готовы к ним. Я подготовил ваши сердца для этих откровений, для этого понимания.
вижу вот прям как сундук большой, и в нем много-много сокровищ. Это все Господь приготовил для этой группы, для своих детей. Там много понимания, много откровений. Но Он говорит, что не бойтесь, смело идите, ваше сердце готово уже к этому. Вы получите это все, потому что вам просто нужно дерзновение для того, чтобы идти и получить эти сокровища. Эти сокровища откровений, знаний, понимания, мудрости. Просто идите и возьмите, вот идите и возьмите, вот возьмите и туда копните, руками нырните туда и возьмите, и достаньте оттуда из этих сокровищ именно то, что вам должно быть получено. Вы именно это и достанете. Ничего лишнего вы не возьмете, только то, что вам нужно, вы получите. Будьте смелы, будьте дерзновенны. Я даю вам это право. Господь говорит, я даю вам это право. Идите, дерзайте, берите то, что вам нужно. Потому что я хочу вам это дать. Я даю вам это. Я уже приготовила вам это все для того, чтобы вы пошли и взяли. Никакие преграды на вашем пути не смогут вам помешать, потому что я их отметаю все. Я их все отметаю. Вы просто идите. Враг не сможет вам помешать. Вы будете видеть много препятствий на своем пути, но не бойтесь их. Не бойтесь. Просто идите смело вперед. Эти все препятствия на самом деле всего лишь иллюзия. Враг пытается вас обмануть, но у него не получится. Я говорю вам, просто идите вперед и берите свое. То, что я вам приготовила, то, что вам принадлежит. Аминь. 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 Спасибо, Ашхан. Аминь. Это важно. Аминь. 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 Это важное слово. По-разному говорят. Говорят, что главный враг человека – сам человек. Враг человека – сатана, искуситель. В какой части надо понять? В какой части мы являемся теми, кто препятствует чему-то? В какой части сатана идет на передний план? Если говорить про человека, то необновленный ум человека не позволяет двигаться в духовных сферах, в сверхъестественных сферах. И да, и аминь, наша часть в этом огромна. Там, где противостаньте дьяволу, он будет стараться держать нас в неведении, сатана будет стараться отвлекать нас, будет стараться атаковать нас и через людей в том числе. Поэтому, говоря о том, кто главный враг, это немножко такое неоднозначное определение будет для нас. Кто победил себя, кто обновился умом, понятно, он выходит на духовную брань. Но и оставаясь в неведении, он находится на духовной брани. Мы все равно с вами всегда находимся на войне, на духовной войне. Потому что сатана, он ищет, кого поглотить. Он всегда находится в этом поиске «поглотить». И знающего, и не знающего есть такое выражение хорошее. Ему не важно, куда ты упадешь, вперед или назад, свалишься с лошади направо или налево, главное, чтобы ты упал. И начнем мы сегодня вот с какой вещи. Мы с вами пророческие люди, и многие уже перешли это сомнение, истинно ли говорит это Дух Святой, или к этому примешивается мой ум, не говорю ли я случайно из своего ума. Те, кто уже перешагнул эти сомнения, молодцы. Кто еще не перешагнул, Господь дает еще один аргумент нам. Мы об этом сегодня поговорим. Еще один аргумент, что это как раз от Духа Божьего. Особенно о том, что лжепророки, вот это вот как бы не стать лжепророком. Нам нужно увидеть, кто же эти такие лжепророки, и это будет не учение, это будет очень коротко такая, знаете, цепочка из мест Писания, которая поможет вам понять, что ну никак не дети Божьи, никак не дети Божьи. Хотя он может использовать человека, и в церкви в том числе, использовать для чего? Использовать для того, чтобы искаженно понимать, искаженно говорить, искаженно действовать, но не тогда, когда это касается пророческого дара. В плане пророческого дара, вот сегодня мы еще немножечко поговорим, хотя вот эта вот старая тенденция брать пророческий дар как дар
обличать, обличать. Попытка есть такая, заявлять, что это пророческий дар, но это не лжепророчество, поймите это тоже. Потому что, когда речь идет об обличении, об изменении человека, нам действительно есть чем изменяться, нам действительно есть что сказать. Но вот это право обличать, изменять, Господь дает только тем людям, которым вы позволяете сказать свою жизнь коррективу. Вот это вот нужно запомнить. Не любой человек может прийти и сказать вам, так говорит Господь, изменись там-то и там-то, тут-то и тут-то, ты не прав. Это я в мягких формах говорю. Иногда эти пророчества звучат достаточно жестко, и люди получают серьезные раны. Так вот, получить пророческое слово, разрешение даем мы. И наш дух, он очень чувствителен к этим вещам. Иногда подходят люди и говорят, тебе есть пророческое слово, а ты понимаешь, что это пророческое слово, слушать не надо. Значит, не надо. Не позволяйте себя воровать у себя веру. Не позволяйте себе находиться в состоянии, когда вы любому и каждому можете дать такое разрешение. Почему мы спрашиваем даже здесь на площадке, когда мы уже и вмещаем, и любим друг друга, кто будет тот доброволец, которому команда сейчас будет пророчествовать. Даже здесь мы соблюдаем этот принцип. Соблюдайте его и в жизни, особенно когда это незнакомые люди, когда их дела не соответствуют их словам, когда их жизнь не демонстрирует праведность Божью, когда самому человеку еще, ну, мягко говоря, не доверяешь, да? Чтобы не было преткновения ни в служении, ни в росте. И давайте возьмем одно из имен сатаны, искуситель, искуситель, обольститель. Это синоним одного и того же слова, некоторые оттенки в этом есть, но тем не менее это примерно об одном и том же. Искуситель, об этом в Библии говорится два раза, такое имя сатаны поднимается два раза, и одно из них в Матфея 4:3. Мы его прочтем. И начнем рассуждать немножечко, мы вот эту вот цепочку возьмем, которая ведет к лжепророчеству. «И приступил к нему, к Иисусу, искуситель, и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Вот это вот искушение, с одной стороны, и обольщение, с другой стороны, всегда звучит примерно одинаково. «Если ты пророк», то почему? Если ты Сын Божий, то почему? Действительно, если это говорит Дух Божий, говорит ли это Дух Божий? Вот такие сомнения, они приходят от Искусителя. Примерно так они звучат. Если ты пророк, если через тебя звучит пророческое слово, а истинно ли ты пророк? А действительно ли через тебя звучит пророческое слово? Даже Иешуа, искушение было, действительно ли ты Сын Божий, вопрос такой. И если ты таковым являешься, то и предложение было такое, чтобы камни сии сделались хлебами. Говорил ли он на основании Писания? Говорил. Говорят ли те люди, которые в церкви водимы не тем духом, на основании Писания? Говорят. Но это слова, которые убивают людей, а дух он животворит. И даже эти оттенки позволяют нам понимать, кто говорит нам сейчас через этого человека. Созидает ли это меня? Но это я немножко отступила. Давайте мы с вами приступим вот к этому вещь, к этим вещам. Дух заблуждения, да, и дух антихриста. 1 Иоанна. Мы откроем. Мы в Иоанна будем, мы в Матфея посмотрим несколько мест. 1 Иоанна, 4 глава. 2-3 стихи. Мы сейчас с вами разбираемся вот этой цепочкой, которая ведет к лжепророкам. 1 Иоанна, 4 глава, 2-3 стихи. Я не делала закладки, поэтому торопиться не будем. Будем листать. Мест много сегодня.
Я открыла Евангелие, да, прошу прощения. Дух Божий, Духа Божия и Духа заблуждения. Узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это важный момент. Пришедшего во плоти. Потому что исповедовать Иисуса Христа, исповедуют, проверено. Пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это, нас интересует вот эта часть. Но это дух Антихриста. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже в мире. Дух Антихриста. Обращаем внимание вот на это место. 2 Иоанна 1:7. Движемся дальше. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Дальше идет это все. От обольстителя к духу антихриста. Еще одно место, которое мы сейчас прочитали. Идем дальше. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Антихрист и дух антихриста здесь объединены. Не сама личность антихриста, но и дух антихриста. Он отвергает, что Иисус есть помазанник, пришедший от Бога. Отвергает Сына, отвергает и Отца. Кто он есть? Это лжец. Следующая связь. Мы говорили, что дух заблуждения – это дух антихриста. Дух антихриста – это обольститель. Обольститель и дух антихриста – это лжец. Вот то, что мы сейчас читаем. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Здесь написано «антихрист». Ну и ходящий под духом антихриста. Сам антихрист, он будет отвергать Иисуса Христа. Но мы его еще голоса не видели, и на площадке он не появился. На площадке земной. Но дух антихриста давно уже действует в сынах противления. Мы знаем, что под духом антихриста ходили очень многие лидеры. Называют Сталина, называют Гитлера, и мы понимаем, какие дела они творят, да? Это следующая связь. Идем дальше. Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих. 24:11. Многие лжепророки восстанут и прельстят. Прельстят. Вот он, дух заблуждения, вот он, дух обольщения. Как ведут себя лжепророки? Многие лжепророки восстанут и прельстят. Мы начали с прельщения, мы начали с искушения, мы начали с обольщения и провели вот эту вот цепочку. Дух заблуждения, он не признает Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы определили, что духа заблуждения и Духа Божия узнают так. Через 1 Иоанна 4 главу. Признают ли? Признается ли этот дух, который сейчас говорит? А мы тоже есть духи. Люди это тоже духи. Не обязательно мы будем противопоставлять Духа Божия, Духа Святого и, допустим, Духа Антихриста. Нет, это все действует через людей. Дух Божий в ком? В нас. Дух заблуждения в ком? Он может реально быть в человеке. Дух обольщения в ком? Он может быть реально в человеке. Или человек может быть вадим этим духом. Или человек может быть вадим этим духом. Он не будет внутри. Но влияние этого духа на человека будет. Поэтому их узнают вот таким вот образом. Исповедуют ли
Это Дух, говорящий сейчас, Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Кто это не делает, это Дух Антихриста, это обольститель, это искуситель. И мы увидели вот эту связочку, это лжец. Обольстители и лжецы прельстят, обольстят. Это и есть то, чем занимаются лжепророки. Они обманывают, лгут, они обольщают, они искушают, они ходят под духом Антихриста и ходят под духом заблуждения. Поэтому не надо искать среди тех людей, кто любит Бога, любит человека, лжепророков. Неверная подача в пророчествах, может быть, но мы учимся. Неверно использованное пророчество, может быть, то, о чем мы с вами говорили, когда человек услышал пророческое слово, не проверил его, созидает ли оно, возвышает ли оно человека, формирует ли оно человека, восстанавливает, и пошел говорить это слово. Один раз это было водительство Духа Святого, два, три, четыре, а на десятый раз подошел Дух Обольститель и начал человека ранить и ломать. Под действием этого духа можно оказаться, потому что князь мира сего и его воинство никуда не делось. Почему нам нужно очень четко различать голос Духа Святого? Если этого нет, если этого общения нет, прямого общения с Духом Святым, то сложно будет отличить, под действием какого духа человек может говорить. Но у нас есть ориентиры. Дух пророческий для назидания, для увещания, для укрепления в вере. Пророки – это дар от Иисуса Христа. И там уже не стоит вопрос, насколько тесное общение у этих людей, как удара для церкви с Духом Святым. Это основное и ключевое. Но те люди, которые учатся различать голос Духа Святого и учатся забирать и двигаться в дарах Духа Святого, у нас тоже есть ориентиры, действует сейчас этот дар или не действует. И мы увидели, еще раз пройдемся по тексту, что дух заблуждения, дух обольщения, это дух Антихриста. Дух Антихриста высвобождает ложь, обольщение, искушение. Обольстители и лжецы, которые говорят от имени Бога, это лжепророки. Вы увидели вот эту связь? Если увидели, давайте скажем аминь. 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 Это для того, чтобы мы с вами понимали, что главная задача каждого из нас, принимая все дары, главная задача, фундаментальная задача – наладить общение с Духом Святым, четко слышать Его голос. И мы с вами поговорим еще о Духе Святом, потому что, я думаю, может быть, даже и не сегодня, потому что Дух Святой, Его действия и действия лжепророка, это противоположное по значению духи, противоположное по значению. Лжепророка использует дух Антихриста, Антихрист сам его будет использовать. А Дух Святой – это личность, которая созидает и человека, и которая прославляет и Отца, и Сына. И это надо тоже нам немножечко структурировать. Потому что порой мы не знаем главную роль Духа Святого, порой. Я не говорю все, но порой. Есть общее понимание, что это личность, которая живет в нас, это личность, которая находилась вместе с Богом во время творения, когда Дух Божий носился над водой, это тот же самый Дух. Это Дух истины, мы понимаем эти вещи. Но структурировать эти вещи нам будет не лишнее, чтобы посмотреть, какая главная цель Духа Святого, какая главная цель лжепророка.
Что производит Дух Святой, что производит лжепророк? Кого прославляет один и кого прославляет другой? Творит ли великие знамения и чудеса лжепророк и творит ли их Дух Святой? И как это отличить? Это важно знать. Поэтому я думаю, это будет темой нашего следующего разговора, следующего раза. Так вот повел Господь меня. Но сегодня нам важно было понять, чтобы не было смущения в сердце человека, что мы с вами, обучаясь пророческому дару, пророческому слову здесь, на этой площадке, мы ходим с вами под правильным духом, потому что есть у нас ориентиры для назидания, для увещания, для укрепления веры, для восстановления. И говорит это именно Дух Божий через нас, по нашей просьбе, и мы голос Его слышим и различаем. Мы учимся этим вещам, различению. Слава Богу. Поэтому все, что касается лжепророков, эта тема еще у нас впереди, мы о ней поговорим. Аллилуйя! Давайте посмотрим, что у нас по времени, потому что я хотела продолжить сегодняшнюю практику. О, как раз у нас хорошо по времени. Давайте так вот, по типу «да», «нет». Для кого сегодняшняя информация, вот, которая сейчас прозвучала, была важна? Просто сказать «да», «нет». «Да», мне это было важно. «Да», я что-то для себя получила. Чтобы я тоже получила обратную связь. Да. Для меня это очень важно. Да. Очень важно. Спасибо. Да, слава Богу, да, дорогие. Спасибо. Слава Богу, дорогие. Это важно тоже. И нужно продолжение. Да, и нужно продолжение, совершенно верно. Продолжение будет, продолжение следует, по типу продолжения следует. Я сама для себя еще искала аргументы, чтобы не было сомнения и в вас, в том числе, что мы ходим под действием правильного духа. И тогда, когда начинаются вот эти вот уколы, когда начинаются... Через пророческое слово обличение, вот здесь надо серьезно проверять. Когда через пророческое слово начинается искушение, когда идет подача уничижающая, когда идет подача на исправление, вот здесь надо быть очень внимательными, потому что это прерогатива, этот приоритет дарован пророкам, наставникам, лидерам, которые имеют делегирование от Бога исправлять кривизны из нашего согласия. Вот это тоже важно понять, чтобы мы с вами в пророческом слове не вели себя, когда мы учимся, как пророки, есть грань обличения, но есть грань созидания, увещания, наставления в вере. И это то, в чем мы находимся сейчас, вот в этом этапе. Все ли из нас пророки, да? Все ли из нас апостолы, все ли из нас пасторы? Нет, не все, но дар есть. И этот дар должен вырасти и вырасти на правильной платформе. Давайте скажем аминь. 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 Аллилуйя. Я думаю, нисколько вас не тормознет, чтобы пророчествовать, и пророчествовать много, потому что дар растет именно так, когда мы очень много практикуем. Оно и развлечение приходит в процессе роста. Слышать голос Божий, его нетрудно, и мы с вами уже давно определились. Но каждому человеку нужно постоянно упражнять духовные чувства для развлечения, в способностях развлечения. И вот ключ к развлечению Божьего голоса – это постоянное упражнение нашего духовного уха для того, чтобы слышать, когда мы проводим время с Господом, когда применяем нашу веру для того, чтобы слышать от Него, различать. Его голос становится чище, голос становится отчетливее, подача становится более глубокая, и мы становимся более обучаемыми и чувствительными к тому, что Он нам говорит. Потребность, высокая потребность слышать от Господа – это то, что нам было возвращено Голгофским крестом. Мы перестали ходить самостоятельно по уму человеческому, мы перестали. Мы стали остро нуждаться в голосе Божьем, в Его водительстве.
Давайте тоже скажем аминь. 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 Аминь, драгоценная. Давайте начнем сейчас, знаете, немножко, наверное, со свидетельств. Этому немного времени посвятим. 30 секунд мы даем человеку высвободить свидетельство. И потом мы начнем практиковать. Скажите, как прошла неделя, у кого есть что сказать? У кого есть что сказать? В прошедшей неделе, я думаю, были те вещи, которыми есть смысл поделиться с командой и высвободить для славы Божьей. Оля, можно мне? Лена. Да, пожалуйста, пожалуйста, Елена. И я правильно поняла, это, ну, вообще, ну, как бы сказать, свидетельство о жизни или же только вот что касаемо пророчества? В рамках нашей темы, конечно, в рамках нашей темы. Ага. Хорошо, тогда у меня еще как раз в рамках темы маленький такой момент. Я просто хочу поделиться, что действительно и раньше, и ну, в настоящее время иногда действительно думаешь, кто тебе, либо ты по плоти, это мысли приходят, то ли это Дух Святой говорит. И вот такое было четкое понимание однажды. Мы когда собирались ну, в церковь на Новый год, а у меня вторая обувь была в пакете. И я знаю, что мы все убрали в машину. И я иду в машину, и мне приходит голос, внутренний такой голос, что я не взяла вторую обувь, что я буду в сапогах и в красивом платье. И потом сама себе говорю, с чего бы я это самое, вообще ерунда, я же пакет положила. И мы только приезжаем в церковь, и этот пакет оказался на ручке двери. А я говорю, давайте, где моя вторая обувь, а его нет. Ее нет, этой обуви, она осталась. И вот даже в таких мелочах я поняла четко, что это сказал Дух Святой. Это практические какие-то бытовые вещи. Спасибо. Спасибо, Лена. Так, подсказки даже на таком вот, на личностном уровне. И это говорит о том, что Дух Святой заинтересован помогать нам во всех сферах нашей жизни, когда мы прислушиваемся к Нему. Кто обратил внимание, что очень многие, кстати, свидетельствуют, и я тоже из этого числа, что если попросишь Духа Святого разбудить определенное время, он разбудит. И кто вот уже не заводит будильник, как я, чтобы подтвердить, что он будет именно в то время, когда его просишь? Я, Светлана. Вот Светлана, Светлана. Михаил с 93-го года. Ну, вот Михаил тоже встает по Духу Святому. Не по будильнику, а по Духу Святому. Елена говорит, Елена Косинова со мной тоже говорит, что она тоже встает не по будильнику. Вот тоже свидетельство его работы в нас. Разбуди, Дух Святой. Мне надо встать сегодня в 7 часов. Разбуди, Дух Святой. Мне надо встать в половине седьмого. И это будет именно так, или за несколько минут до этого времени. Потому что Дух Святой знает, что, допустим, нужно еще дополнительно пара минут или 5 минут, мы их не учли. И немножечко там времени не хватит. Да, Оля, слушаем, Салина. И я тоже так же встаю. Даже муж на рыбалку говорит, разбуди в 4 часа. Он знает, что меня Дух Святой разбудит. Вот в нашей обычной жизни. Вот в нашей обычной жизни действие Духа Святого. Он будет нас. Он трудится в нас. И вы знаете, вот... Ладно, уже хочется мне вот в эту тему, уже пророк и Дух Святой, их вот такие вот. Ладно, не буду сейчас я увлекаться этими вещами. Скажите, еще есть свидетельства вот в рамках нашей темы о сотрудничестве с Духом Святым? Угу, пожалуйста, Светлана. Ну, я хотела сказать, у меня свидетельство, духи, ну, который колет не о духе, а вот слова, которые уничижают. И вот 3 недели назад произошло так, ну это такая тема, один из лидеров, например, увещевал тоже, так это говорил, но делал так, что угрожал адом, угрожал вот и говорил, что никто и ничто, то есть вот размазывал, человек, ну, как бы ниже плинтуса, скажем так. И было очень трудное время, пока мне сам Дух Святой не напоминал, кто я в нем,
как он меня любит. И опять же, мое свидетельство, я так рада, что я двигаюсь сейчас здесь с нами вместе в команде, что дух пророчества, моя любовь к Богу, я уже знаю, я уже отличаю, где Дух Божий. И самое главное, что пребывать в таком состоянии, что не впадать в тот момент, когда тебя... Ну, чтобы ты вот прям упал и все не можешь, а чтобы стоять, потому что может прилететь, вот как вот сегодня Оля говорила, что 9 раз сказал нормально человека, а потом что-то произошло. И вот для меня сегодня такой ответ, и я понимаю, что я стою, и слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя, драгоценная. И знаете, еще важно подчеркнуть, что действие Духа Святого мы порой не ощущаем. Порой не ощущаем. Он в нас производит какую-то глубинную работу. Но если посмотреть на нас сегодняшних, изменения со временем, они нас уже восхищают. Перемены в нас, измененные характеры, измененные судьбы. Это внутренняя работа действия Духа Святого, которая вызывает огромную благодарность. Но если человек со временем не меняется, имея твердое убеждение, что он находится с Богом, что он в завете, но ситуация не меняется. Из раза в раз мы видим одну и ту же ситуацию. Это может быть ситуация, где мы противимся Богу. Это может быть ситуация, в которой мы Духа Божьего не пускаем, потому что есть твердыня. Потому что Дух Святой, вот это вот внутреннее изменение человека, эти перемены, каждый из нас, он может сейчас засвидетельствовать. Было и стало, работа Духа Святого, измененные характеры, измененная судьба, цели, принципы жизни, ценности в жизни поменялись, да, Лилит? Да, но у меня чуть-чуть такое свидетельство, наоборот, когда не прислушиваешься к Духу Святому. Угу. И как-то я неделю назад разговаривала с одной сестрой, и во время разговора мы общались о дарах и так далее. И я вспомнила одну из сестер, с которыми я познакомилась на конференции весной, из другой церкви, это достаточно такой системной, религиозной. И вспомнила момент, что эта сестра из вот этой вот системной церкви сказала в том разговоре, что я вот хотела бы, ну, как-то изучать дары Духа Святого. Сама тогда еще не была на площадке, на обучении. И у меня была такая мысль в этот момент, когда я говорила об этом, что «а почему бы тебе эту сестру как бы не позвать на обучение?» И я помню, что я помню четко эту мысль, но я ее не воплотила. Вот. И буквально вчера эта сестра сама написала мне относительно даров, что могла бы я вот ей прислать какие-то, может, проповеди, еще что-то. И я ей пишу, удивительно, что ты пишешь, потому что у меня была такая мысль, и я верю, что это было от Духа Святого, но я ее не воплотила. Она говорит, да, вот мне сегодня было так плохо, и я легла, и Бог мне сказал, ляжь, успокойся. И она говорит, я думаю, сейчас я напишу пастору. И я слышу, как мне Дух Святой говорит, напиши Лилит. Не пиши пастору, потому что пастор в этом не двигается. И я... поняла, что на самом деле мы должны слушать голос Духа Святого, прислушиваться к Нему, потому что, конечно, Господь найдет другие пути, да, как воплотить свой план, но все-таки было бы хорошо, да, когда я бы написала бы и позвонила бы. И такие моменты случаются, и мы, это такой процесс обучения, конечно, такое свидетельство. Да, не только слышать, но и повиноваться. Очень хорошее свидетельство. Не только услышать голос Божий, но и свое человеческое не поставить выше голоса Божьего, но и повиноваться. Аминь, аминь, Лилит. Последнее место писания по просьбе смс-сообщения, последнее место писания, которое я использовала, это Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят». Но до этого слова «прельстят» мы провели целую цепочку библейских мест, которую... о прельщении через духа антихриста, через духа заблуждения привели к лжепророкам, к действию лжепророков. Это их действие. Мы даже можем немножечко контекст прочитать. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие
и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет вера. Вот еще и последствия. Когда лжепророк говорит, во многих охладевает вера. Когда говорит лжепророк, у многих опускаются руки. Когда лжепророк говорит, это слом вообще, серьезный духовный слом. Претерпевший же до конца спасется. Мы будем сталкиваться с этими вещами. И где в первую очередь? В первую очередь, конечно, в церкви. Потому что это самое желанное место для лжепророка. Но это не из нашей среды, мы это увидели. Потому что это такие, знаете, засланные казачки в церковь, чтобы прельщать, ломать. Либо люди, которые попали на эту ложь через неправильное учение в том числе. Потому что обучение... упразднить неведение, оно разное тоже бывает. И почему Господь и говорит, не каждый старайся быть учителем. Люди учительные, это серьезная ответственность. Но это уже пока это ко мне. Но я думаю, так как это лидерская команда, так как люди здесь подрастают для того, чтобы делать учеников, я думаю, вот этот посыл, он для вас тоже очень важен. Потому что те времена, в которые мы с вами живем, они могут ввести в нас в излишнюю политизацию. Мы можем смотреть на то, что происходит в мире, кто ставится на престол, кто убирается с престола. Не наша задача, дорогие. Наша задача в этом случае всегда высвобождать благословения, которые побуждают это действие духа жизни, которое побуждает тех же самых людей вести себя уникальным образом. Они никогда не поступали так, они никогда не были добры, они никогда... не были щедры, но вдруг появляется щедрость, но вдруг появляется доброта, но вдруг начинается действие вообще в противовес всегдашнему поведению человека, который ходит не под Духом Божьим. Почему? Высвобождено благословение. Оно всегда сильнее, оно всегда мощнее по воздействию. И если мы с вами не будем осуждать, не будем поддерживать вот то, что происходит в мире сейчас, а именно вести себя по принципу «слабый скажет, я силен» в отношении любого человека. В отношении любого человека. Когда самое маленькое, доброе в человеке, оно есть. Потому что достучаться до человека можно только через вот эти вот сферы. Есть то доброе, которое отыскивает Господь в сердце человека, и он начинает это культивировать. Через это он стучится, и тогда любовь Божия проникает, и люди откликаются. Мы сами некогда были... такими жесткими сердцем по отношению к Богу. Но Бог, Дух Святой нашел в нас доброе, и Он достучался. И это наша канва, это наш путь искать доброе в людях. А это доброе Господь нам прописал. Благословляйте, благословляйте. Не проклинайте, благословляйте. Как народ Божий. Если посмотреть на Израиль сейчас, что там особо сильно благословлять? Если люди были в Израиле в сегодняшнее время, это похуже самых худших ожиданий. Но мы благословляем, потому что Господь сказал, благословляйте, не проклинайте. А все остальное делает Господь. Мы делаем свою часть, Бог делает свою часть, чтобы каждый из нас не стал Богом, чтобы делать и все те вещи, которые нам делать не надлежит. Это и нас, кстати, разрушает, если мы влазим не в свои сферы. Маленькое такое отступление. Хорошо, дорогие, мы берем сейчас пророчество, мы сейчас помолимся на ином языке, и мы с вами возьмем тему для пророчествования, немножечко заузим ее, чтобы это было пророчество не вообще, будет тема. Давайте мы с вами помолимся на ином языке и сразу возьмем тему. Давайте благословим начальство и власти. Если это местные власти, пожалуйста. Если это президент и его команда, пожалуйста. Если это точечно в какой-то регион, пожалуйста. Но тем не менее, это начальство и власти. Пусть это будет молитва из Духа Божьего, и пусть это будет пророческое слово. Очень хотелось бы, чтобы вот этот вот пророческий поток для начальства властей, он высвободился, чтобы побуждать этим делать добро для людей. Хорошо, дорогие, молимся, включаем микрофон, молимся и будем пророчествовать.
Аминь, святые, и, пожалуйста, кто первый? Да, Миша, пожалуйста. В Казанском крае знаете, что происходит. Я благодарю тебя, Господь, что сердце царя, как Господа, как потоки. Ты направляешь его туда, куда ты хочешь, Господь. Ты силен разрешить эту конфликтную ситуацию, Казанском, Господь Бог мой. Чтобы не было там народного восстания, чтобы не было кровопролития, чтобы не было арестов, Господь, среди партии этих, Господь. Жириновского, Господь, мы благодарим Тебя, Святой, что Ты, Господь, силен, Господь, любую ситуацию, Господь, разрешить мир. Ты сказал, Господь, если Господу угодно пути человека, он и врагов его примирить с ним. Мы просим Тебя, пусть придет мир, Господь, пусть эта ситуация решится сверхъестественно, Господь, и, Господь, Бог мой, народ не будет, Господь, бунтовать, и, Господь, Бог мой, силовики не будут творить беззаконие, а будет, Господь, все по воле Твоей, под Твоим контролем, под надзором. Ты знаешь, кто прав, кто виноват. И мы благодарим Тебя, Святой, что любая ситуация в нашей стране, она решается мир. Ты Бог мира, Твое имя и голос Шалом, Господь. Пусть Шалом придет, Господь, и в Приморский край, на Дальний Восток, Господь, и по всем регионам России. Ты знаешь, Господь, что происходит, и мы верим, Господь, что Твой мир, он наполняет нашу страну. Мы говорим, Россия – это Иисуса. А там, где Иисус, там не было войны, там был мир. И, Господь, мы верим, что этот мир распространяется прямо сейчас через нас и нами, Господь. Спасибо Тебе, творящие чудеса. Во имя Иешуа. Аминь. Следующий, пожалуйста. Следующий сразу. Кто следующий? Я тоже хотела за Хабаровск. Ну ладно, уже Миша помолился. Слава Богу. А почему нет, Оля? Миша помолился, и вы помолитесь. Ну, как бы, это же мой город, я с Хабаровска хотела, тоже мне. Но он прям все сказал. Благословите, благословите, начальство, власти, благословите. Да, я благословляю, Господь, все, Господь, весь Дальний Восток, благословляю город Хабаровск, благословляю всех жителей города Хабаровска. Господь, откроем сердца, Господь, всем жителям, открой духовные глаза, уши, чтобы видели, слышали, Господь. И только Ты, Господь, знаешь правду. Никто, Господь, не имеет эту правду, Господь. Как Ты, Господь, ее знаешь, Господь. Пусть правда восторжествует везде и во всем, Господи. Иди впереди, Господи, всех людей, Господи. Дай им разумение, Господь. Смягчи сердца их, Господь, все, Господи. Сделай их такими, Господь, чтобы они все приняли Тебя, Иисуса Христа, в сердце. Чтобы в Хабаровске было пробуждение, пробуждение, Господь, Твое пробуждение, чтобы каждый дом, каждый, Господь, Дух Святой вошел в каждое жилище, Господь, чтобы люди видели Твою славу, Господи, шли за Тобой, Господи, они шли, Господь, за этими людьми, которые, Господь, все, Господь, баламутят, будоражат там, Господи, все, Господь, только Твой мир и покой, Господь, туда, в Хабаровск, мир. Мир и покой Твой, Господи, чтобы оживилась вся экономика нас, Хабаровский, Господи, поднялась, Господь, чтобы люди, Господь, жили, Господь, хорошо, чтобы вода была, Господь, там чистая, чтобы сделали нормальные очистные сооружения для людей, Господи. Ведь все, Господь, Ты во всем, Господь, Ты там во всем, Господи. Спасибо Тебе за все, молилась Тебе, Отче, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Можно продолжать? Пожалуйста, Света. Да. Меня Господь побуждает молиться за Курильские острова, потому что было недавно общение, дня два назад. И мне подтверждение, что говорят, брат, стран в этом. Драгоценный Господь, великий чудный Бог, аллилуйя, мы славим Тебя, что на всяком месте Ты, Господь, благословенно живущий в этой части земли, на Курильских островах, драгоценный Господь, аллилуйя, мир на начальствующих и властях, Божий Господь, мир Твой, шалом Твой, призываем, драгоценный Господь, пусть изливается потоком с этой высоты, Божий Господь,
которые есть, Боже Господь, там. Боже Господь, Твое Слово, Твоя сила на Церковь Твою, Боже Господь. Пусть возвышаются голоса, Господь, пророчествующие и благословляющие начальство. Боже Господь, мир Твой, шалом Твой на эту территорию, Боже Господь. И пускай распространяется, распространяется сила Твоего Духа, Боже, во имя Иисуса. Аминь. Аминь, дорогие, аминь. И мы на этом завершим, немножко пораньше завершим, на пару минут. Очень вдохновлена я тем, что сегодня у нас звучало, как мы обменивались этой информацией. Слава Богу за вас, слава Богу. И огромный мир пусть пребывает вместе с вами. Восстановление, рост духовный, общение с Духом Святым, развлечение голоса Духа Божьего. Это все то, что мы с вами имеем как возможность в нем и практикуем. Практикуем много, ежедневно, чтобы Дух Божий, он животворил и вводил нас в полноту нашего призвания. Спасибо, дорогие, за общение. Шалом, шалом.